На концерте, посвященном памяти талантливого поэта, писателя, заслуженного работника Республики Татарстан Ахмета Саттаровича Саттарова. Біздің якташымыз, язушы, журналист, публицист, актер Ахмет Саттарны іске алу кешесіне. Ең бірінші бүгінгі кешені башлар үшін башлау алдынан біз сәкнеге Мәскәу шәһәр тарихи мәшітінің иман хатибы Руфат хәзрәт Ахмет жанны шақырамыз. Рәхим етегіз. Руфат хәзрәт, рәхим етегіз. Кардешлерим, Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. Сизге Аллах тааляның сәлеме, рәхмәте, бәрәкәте булсын. Бүген 5 еллык безнең Вазиздин кардешебезне искә алыр өчен безнең хөрмәтле, безнең атаклы, зур шундый абруйлы, иҗат белән бай безнең дини кардәшебез Аллаһ тәаләнең хозурына кайтты. Ахмет Саттар, ул олы иҗади белем дәрәҗәсенә карамастан, шул ук вакытта ул тормышында дини хезмәтенә дә урын таба, вакыт таба иде. Бизәнеп, ясанып, мәчеткә килеп түгел, әләкин Озуынча сәфәрдән, іштән мәчеткә кереп, намазын да укып чыга иде. Яни безнең белән исәнләшергә дә, җомгаларда да, кайбер вакытта катнашырга да аның вакыты табыла иде. Хөрмәтле туганнарым, Аллаһ тәаләнең илчесе Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям хәзер аның дөрес әйткәндә туган хаи. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әйткән иде, кайчан кеше Аллаһ хозурына кайта, кайчан аның әҗере җитә, кайчан аны каберенә салалар, өстеннән туфрак сибәләр, андый вакытта ике фәрештә килсә дә сорау җавап алсалар да, андый вакытта аларга бәлки гамәл дәфтәрендә язылмаган нәрсәләр дә ярдәм итә алыр. Чөнки кеше Аллаһ хозурына кайтса, шундый файдалы белем калдырса, үзгә кешеләр шул белеме белән фән булсын, белем булсын, үзгәрдә файдалы нәрсәләр булсын, шул нәрсәләрдән файдаланысалар, кешегә ушул эшләрен калдырган булса да, аларга кулланган сайын кешегә әҗер кадерде ятып торса да, әҗер сәвабы языла барыр. Бәлки безнең хөрмәтле туганыбыз Әхмәт абзыйбыз да менә шундый Алла каршында изге хезмәт күрсәткән бәндәләрдән булды, һәм дә без аларга багышлап хәзер беренче Коръан сүрәсен укып, бергә улар безне күтәреп, шушы бәндәгә дәваларыбызны ала курса калырбыз. Әүзу биллаһи минәш шайтанир раджим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Әлхәмдүлилләһи раббил аләмин. Иди на
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yerel Hıdayım Şuşa Mecliste, Şuşa Yuruşlus'ta, Ukulmuş Kerem-i Şerifiyetlerinden hasil bulgan ecir siyahların barçı mefhumlarımızın ruhşiflerini bağışlıyoruz. Hasusan Peygamberimizin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhşifine, anın hedeflerinin yakın sahabelerinin ruhşiflerine hem de Şuşa Sabat'ta bizning dog'imizga muhtoj bo'lgan Ahmed Sattar qardashimizning ruhiyatini deb boshlaymiz. Alloh taolo ruhin shod qilsin. Qabr g'azabini Alloh taolo ko'tarsin. Og'ir tufrog'ini yumshoq qilsin. Qabrini yoqdi, nurli munavvar qilsin. Shu shon qilmish kalami sharifiyatlari onlarga qiyomat kunida jannatdan parda bo'lib, jannatdan saqlasin. Allah Teala şu şebendenin dünyasında bilinme bilmeyince, bendeçlikle kılgan günahların, hataların, kinçeklerin Allah Teala kabul etsin. Dünyasında kılgan izgileklerin Allah Teala kabul etsin. Peygamberimizin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine kıyamet günde Allah Teala eriştirsin. Allah'a bakar. Hayırlı olsun, hürmetli azizim kardeşlerim. Hazır olayım de. Bizning dini majlisimizga da tugul, misolni Alloh so'zi bilan boshlab yubordikgina. Bunda Alloh qursa, shuni bizning Ahmed qardashimizning ijodini esingizga tushirilib, balki uni sog'inib, qay bir uning she'rine yozilgan jirlar shuni Alloh qursa, hamda sizning mana shuni yuragingizning avrinda, oxirinda Alloh taolo xayrli qilsin. Amin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Все мы знали Ахмеда Саттаровича под творческим псевдонимом Ахмед Саттар. Он родился осенью 1939 года в селе Качкопожарке Сергачевского района Нижегородской области. И сейчас мы немного расскажем о его биографии. Это человек удивительной судьбы. С 1960 по 1972 год он работал старшим метрдотелем спецгруппы в Кремле, обслуживая первых лиц государства, а также дипломатические банкеты. Затем его несколько лет приглашали устраивать банкеты на приемах эпизодически. И он читал лекции в Министерстве иностранных дел СССР. Он устраивал банкеты в Кремле при приезде Шарля де Голля, Гамаля Абделя Нассера, огромного числа иностранных руководителей, делегаций и послов. Организовывал обслуживание на дачах руководителей СССР. И его единственного татарина из 100 человек в спецгруппе Кремля высоко ценили Никита Сергеевич Хрущев и Леонид Ильич Брежнев. Нынде пропустить Брежнева, Ахмед Саттар, Ульяна Касинда Мелекеша, Хэрнда Хазар Митрова, Дебатала, Мелекес, Тевле, Педагоги Институтына, Филология, Факультета Тамамлада, Хэм, İki yıllık işte mesleğe jurnalist, pristayımızda jurnalist mesleğinde Rasim Bukat işte kursa jurnalist. Dostlar, hazır ben iz ranih stihov Ahmed Sattar'ın Koçka Pajara bağışlandığın şeker komisyon bilet. Şiverdin ismi Koçka Pajarski Vesolde Bibatala. Краю родном я бесстыдно редко, и наезжаю только в тропя, лишь поклонюсь могилам древних предков, и уж опять пути на скоростях, и дальние, и близкие дороги
профессии поэту суждены. Зовут страны, победы и тревоги, и умерсты со мной сопряжены. Сергаческое гористое раздолье, когда-нибудь я в песне распою. Село мое, а уж тебя тем более, прости меня, я у тебя долбу. И не ревнуй к московским тротуарам, столичному фасону моему, скучаю по шелковистым травам и по ромашкам на твоем лугу. Шумы колес изрядно надоели, зовет мой дух спокойная земля, послушать бы лягушек мирной трели весенним перезвоном соловья. Какие бы ни видывала красоты, я с целым миром заключаю спор. Мои кочкопожарские высоты пленительней любых красивых гор. Село Кочкопожарки Нижегородской области написано стихотворение в 1971 году. Отец Аркаш печатался с 1963 года. Писал рубаи. Рубаи — это стихи лирического и философского содержания, представляющие собой самостоятельный жанр восточной поэзии. Филитоны писал, прозу, занимался также литературными переводами. Писал на русском и татарском языках, автор многих поэтических сборников. Но более всего он известен как человек, вдохнувший свежее дыхание в такой жанр, как рубаи, насчитывающий тысячелетнюю историю. Хазир Минсякнаме, бизнес ящерчи возначакра, ол халкара Татарстанда устан, халкара татар мама, сякнаме, кашат воздустара. Ринат Закиров. Ринат Закиров. Ринат Закиров, Хазир Ахмед Саттар сөздер язылған жыр башқара. Жырның есімі Азаптық чешмесі деп аталар. Ринат Закиров. Thank you.
Кешелекне кояш тудырған, қайда кояш шундай аптыш жылы, кояш сімсе бітер бұл жиханы. Әтмет саттар, мы бітін қалып яратайды, атын қыздар айрылыша, ол үзіле атын қыздарының мәхаббәтіні бір тәміне үстіштейді. Міне мерси еркен деген бір тұлағы бар. Қызық тұрғыш жылмайыз білен, өзәлігін білен яғладан. Yıllar boyu cevap, cevap ettim, şahit ettim, şuna anladım. Последние годы произведения Ахмета Саттара опубликованы во многих литературных газетах и журналах, книгах и альманахах Москвы и Казани, Нижнего Новгорода и Уфы. В 2013 году он становится победителем творческого конкурса в номинации «Поэзия», организованном Московской писательской организацией России. Поэта всегда вдохновляла его родная земля. Это село Кочкопожарки. Достар, мне бүгінгі залда біздің қонақтарымызда отырғанда қазір бірнеше сөз сәхнеге шақырашамыз. Я с огромным удовольствием приглашаю на сцену директора Кочкопожарского сельского музея Курамшину Айлю Құрметті тамашачылар, якташылар, туғандар. Сәлеметсіз. Мен сізге Ахмет Абайдың туған ауылы Кочкопожар ауылынан бик зор сәлем айтамын. Келдік біз Алибуле. Бізге Ахмет Абайдың туғаны бик зор қайғы болды. Бір атна әлеккене ойлар алдынан біз Ахмет Абай білен шалтыратып телефоннан сөйлескен едік. Тезден ялда минәли, тезден кайткач, біз сіздің білен көрішіп, планнар тұрып, тұрмышқа ашырға тұрған ішлері біз бар еді біздің. Қызғанышқа қаршы, мен әшінді бұл сөйлешу біздің соңғы сөйлешу болып қалған енді Ахмет Абай білен. Аның жәннетте орны болсын. Әйінді аның ижатына келгенде Ахмет Абай білен біз кішкенеден оқ, танышлар едік, Ираптан әлі қардеш те бола ол бізге. Менім әкем үші татар тілі һәм әдәбиет оқытты мектепте, һәм ол бізге мектеп үйге келіп, ауылға қайтқан сайын келе еді, шидерлерін оқи еді, біз тұрып аныңды балалар жинашып тыңлап тұра едік. Қызғанышқа қаршы ол, ауылға қайтқан сайын әтейіміз үлген жинде мәктеп еді. Мәктепте мен тұжы мәктеп директоры болып үшлерім, татар тілі һәм әдәбиет оқыттым. Ауылға келген сайын мәктепте енді ол біздің сағынып алған қонағымыз болайды. Түрлі-түрлі кечелерін ұштыра едік аның білен, балалар шығырларын оқилар еді.
Ол біз яшатланып, күч дәрештер алып киләйді, китапларын, язылған, өчірашқан статьяларын, бастып тұрылғанларыны китірейді. Ну, шылай деп, ижады дұслар болып, ижады күшілер болып, яшәді енді сонға қадар. Енді ең аның, ең де ауыр, сонғы юлларда ең шатланған нәрсе музейе болды. Ол өзінің туған үртінда, кішкенегіне бір бөлмесінде музей ұштырды. Бізді әрдем етті қардан келгенше, ол музейда аның сақлана, экспонатлары да бар, түрлі-түрлі фотографиялары, китаплары бек көп сақлана. Мектептен біз оқушылар білен шында экскурсияға ере едік. Біздің мектепте шүйіл, көрші шүбелі ауылы балаларға оқыды. Ол балалар да Ахмет абайның ижаты білен танышып өлгірділер. Ну, қызғанычқа қаршы, қазір біздің мектебіне тұлар, ябылды. Шулай деп, аның музейі сақлана, андағы тұтланған әйбірлері бар. Бәлкі аның мені мұндағы квартирасында да біз болдық, мен қызым білен. Аның әлі анда жазылып бітмеген, тұтланып бітмеген әйбірлері барды. Шулар үстінде табынды әлі ескішкесі еді. Ижаты алып қалмасын еді Ахмет абайның, ешесін еді ол біздің күңгілерді әр вақыт мәңгіге. Шықлай, шынды еді білен барғызға да зор рәхмет мен әйін бір рәхмет әйттер едім. Шынды кечелерін өштіручыларға, шында қалмашучыларға, ол рәхмет сізге. Аллах тәлі сізге, күңгілігізге көре берсін. Шылай, ол бәқа шылай бір шығын. Түгілінде, ялғыз ағашыны бетінде сіз барыңызда білесіз, чүрінді ол бізнің ауылының гимні, бүтін татарларының гимні болып саналайынды. Аны бүтін жырларлар да әмен енді шығыр формасында сізге оқып кетерге тілеймір өзәліктейіз. Биік тау башында, ауылым қаршында, көп ғасырлар шаулы бір ағач, бір кім білмей аның, қайтшан туған чағын, бір кім білмейанның сырларын. Гөмір жилейсе, ағаш шаулап үсе, язлар, күзлер кече бір өзі. Күңіл хаман тарта, туы үскен яққа, ағачыма қайтам ашқынып. Ешіп яфрап яғач, шаулы езге ағач, ял етерге чақырайым чыны. Хуш исле ялыма, туған туфрағыма, ағачыма қайтам ашқыны. Міне бұл шиберде, бұл жырда енді Ахмет абайның бүтін мәжіші туған ауылын салынған, хисләрі салынған деп ойлаймын. Рәхмет тыңдағаныңызға. Так, на кадре писал, опыль перекручатый прощай следили, да? Я с огромным удовольствием сейчас приглашаю на сцену. Даже можно сказать виновницу, потому что большую инициативу проявила в организации сегодняшней нашей встречи с вами наш друг, большой, талантливая девица, заслуженная артистка России и Республики Татарстан Найля Фатихова. Будьте добры. Найля Фатихова, пожалуйста, встречайте. Найля Фатихова. Рахмет. Ну, это наша общая инициатива была, и в частности Рафика Валитова, и всех вас. Потому что Ахмет Абай оставил, он был очень любил жизнь, он оставил очень много своих произведений. Мы хотели до вас донести хотя бы чуть-чуть вот из его биографии. Это, конечно, очень мало-мало части. Я очень счастлива, что дружила Ахмет Абай Блян. Ему написали очень много песен. Самой первой песней, которая была написана на его стихи, он мне принес свою рукопись, он очень красиво писал, все время, знаете, как свой телефон, как положено, с подписью, с печатью. Назывался она «Туган Яга». И я на нее написала музыку. Вот с нее я и хочу начать свое выступление. «Туган Яга». Thank you.
автором которой является Ахмед Саттар. Почтят века героя Моабита, кому поет над Волгой слави, кому в Казани бронзою отлито планетное признание людей. Энциклопедия современной российской литературы, которая размещает стихотворения лучших поэтов России, ежегодно выпускает Союз писателей России. Ахмед Саттар с 2002 года является членом Союза писателей России и Татарстана, автором 5 поэтических сборников. Его стихотворения переведены на английский и французские языки. Так, Азат Газизович в зале? А мы огромным удовольствием поэта приглашаем сюда Мухамедова Азат Газизовича на сцену. Член Союза писателей России. Азат Газизович. Исамышес дослар, туанлар, дорогие друзья, я горжусь тем, что 10 лет исполнилось в этом году, как я познакомился с Ахмед Саттаром. А это было в Домодедове на вечере памяти нашего великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Он пришел туда, я еще с ним не был знаком, но когда я вышел в фойе, он подошел ко мне, я был ведущим там, и попросил меня, чтобы я ему предоставил слово. И когда при полном зале
именно он выступил со своими стихами, я понял, это истинный татарский и русский поэт. И вот, когда наш вечер закончился, представляете, а я прочитал там одно стихотворение казанского поэта Марка Захарова. А тогда как раз было очень, как бы уже интересно писать стихи на татарском и русском языке одновременно. И вот это стихотворение, которое называется «Далада», я ему в 2008 году, как раз вот уже 10 лет прошло, подарил. Как матери сердце со мной, слова поговорки чужой, она кугеле балада, бала кугеле далада. Да это же душу свихнуть, какую щемящую суть сумела татарская речь в певучее слово облечь. Какой растолкует толмач, кто это уносится вскачь, а степь под копытом коня запела жигита маня. Она кугеле балада, бала кугеле далада. Да разве же дело в словах, но слово со словом сцепи. Сердца сыновей, сердца матерей в сыновьях, а сердце сыновья в степи. И вот тогда я впервые познакомился с Ахмед Саттаром, и он мне сразу же дал свое стихотворение. Ну, я был моряком, 33 года, на Северном флоте провел. Так, а он был старшиной погранзаставы морской в Тихом океане. И вот он мне дал стихотворение, которое я до сих пор ношу с собой. Называются «Пограничные корабли». На пирсах, у причалов и вдали стоят на страже наши корабли, и служат нам отважные матросы, русские, татары, белоросы. Их можно различить издалека, ведь по походке видно моряка. И так далее, это все стихотворение. Это даже стало бардовской песней, и где-то я даже слышал под гитару, моряки в день военно-морского флота пели эту бардовскую песню. И мне, я порадовался, что назвали имя автора этой бардовской песни Ахмеда Саттара. Ну, за 10 лет дружбы с ним, я, конечно, считаю его в поэзии классиком, своим учителем. Я ведь только в 76 лет закончил литературный институт, а он уже был знаменит вовсю. И вот как-то я ему прочел стихотворение шуточное, переделанное одного автора. «Стройностью хвастая станом и высотою груди, очень уж так иностранно ты на меня не гляди. Меня величают ахатом, и ты должна понимать, с драгоценным агатом легко рифмовать». И он мне говорит: «Нет, ты убери слово «ахат», напиши «Ахмед». Я говорю: «Хорошо, давай рифму под «Ахмед». Он думал, но не придумал это рифму. И так это стихотворение у нас осталось. И хочу я сказать, что мы, ну, могу уже поделиться, дорогой Ахмед Саттар, что мы часто выступали вместе в некоторых мероприятиях, и могу даже сказать, что мы иногда начинали ухаживать за одной и той же женщиной, но чаще всего побеждал он. И вот я ему написал такое стихотворение: «Куда б судьба не заносила Ахмед Саттар, все равно его стихи имеют силу, когда он с музой заодно. А с милой музой он, как с милой дамой, лелеет, холит и ворчит. Влюбленных глаз с нее не сводит, зовет, ласкает и манит». И дал я ему это стихотворение. Кстати говоря, я принес сюда подборки, которые хочу подарить именно представителю «Кочки пожарки». Вот у меня целая подборка здесь, которую он мне давал.
Ну, я даже не знаю, может, кое-что там и в музее этого нет. И последнее, заканчивая, я хочу сказать, что в июне месяце, когда у нас был в Москве Мундиаль, первенство мира по футболу, я написал стихотворение. Я его прочту сейчас. Я прочел его Ахмед Саттару. Он говорит, давай мне, я переведу на татарский язык. Но по случаю того, что он уехал лечиться в санатории, и потом мы уже с ним не встретились, поэтому это стихотворение перевел другой поэт. А я прочитаю это стихотворение на русском языке. На московском, на бульваре, от Гаваны вдалеке, говорил о Че Геваре я на русском языке. С мексиканцами встречался, восхищался, не прощался, расставаться было жаль. Расставаться было жаль. И тогда достойным людям я скажу, мы в мире будем, миру мир, но пасаран. И вот когда, жалко, что Ахмед Саттар это не перевел, но вот на татарском языке перевел его очень знакомый переводчик, татарин, Анис Шаймарданов. Я только одну строчку прочту. Москва бульваром нам отлым, Гаванадан геракта, Че Гевара исеме чекта, Усталимда геракта. И вот я горжусь, честное слово, что я был 10 лет знаком и дружил с таким известным, признанным поэтом, представителем нашей великой татарской нации. Рахмат. Әхмәт Саттарның сүзләрне язынан, жырларны, романсларны, бик-күп татар жырчылары, һәм Рәсәйдәге башка милләт жырчылары да башкаралар. Бигрәк тә Әхмәт гарантируется романсы, которые написаны на его стихи. Я сейчас небольшую историю расскажу про эти романсы. Романс это сегодня вот Халяхан говорила, этот «Сергей Кузнер» «Эм Йолгас Алаш». Но мы с Ахмед Белян дружим, уже дружили давно, где-то 60-63 годы. Я там на Арбате, когда они жили в квартире, бывал в гостях. Потом все время, вот я там в Ленинграде там учился, в Казани работал. Уезжал, но все равно, когда встречались, он всегда «Достан», всегда обнимается, очень жизнерадостный человек. Всегда и все время мы до последнего почти что дружили, общались. Даже вот это Рамазан Айды как раз, мы сидели в этом зале, проводили Рамазан, а что же Рамазан Айды? Столы здесь были и звонок. Я говорю, Ахмед пришел, говорит, а на юге был как раз, в Анапе, говорит, да? И оттуда говорит, мне там сидеть санаторий, да, это нищик, прекрасно, хорошо. Отдыхаю туда-сюда, метафизм на Рамазан, да, я прекрасно кабал улыбнулся, да, да, и все, мы на этом не прощались, через короткое время, но уже его не стало. Вот я к тому говорил, и потом, в эти годы, когда вот написаны были эти романсы, я работал в Татарской государственной филармонии главным режиссером и солистом. И Ахмед подошел ко мне и говорит, да, Ильдар, говорит, вы вроде хорошие отношения, дружите просто хозяйству Яхином, да, вы действительно очень хорошие отношения с ним были. И говорит, возьми мои стихи, это, ты передай, может быть, что-нибудь он там выберет оттуда. Ну, я, естественно, приехал, отдал просто хозяйству, и он написал прекрасные вот сначала две «Сергей Пиздер» и «Алгас Лагаш». И даже нота «Сергей Пиздер» у меня с Артуром Яхином, написано первому исполнителю Ильдару Шарапову с пожеланиями творческих успехов. Я очень горжусь тоже этим. И вот Рустам Хазяевич, который видит, меня там Рустам Хазяевич личностью вот, взяли из целого сборника, подобрали именно только эти два произведения. Я почему подумал, потому что в Москве у нас много композиторов, Рустам Хазяевич, Азанкатак, Алмаз Мунастыков, Сеяр Кабибулин,
Они почему-то не очень стремились, и во всяком случае в их записи вроде песен нет на стихе Ахмед Саттара. Поэтому я немножко удивился, поэтому сам Хаджи спросил. Я говорю, вот как, по какому принципу выбирается? Он говорит, во-первых, песня выбирается, чем проще по содержанию, которое подходит для народа, может запомнить и задевает струны, поэтому они должны быть довольно не простоватые, а простые для восприятия. Вот мне когда они понравились, и поэтому записал. Вот таким образом были написаны два романса. После этого я написал еще «Любовь моя поздняя» на русском языке, Рустам Хазевич тоже на стихе Ахмед Саттарова. Он сегодня это произведение. Вот. Али Ялмазарашки, я считаю, ну, мы любили друг друга подшутить. Моя деревня Медяны, это не так уж далеко. У тебя там поэтическое это, видение, что ли, Алмазараш? Мне там сизге барганда, пожарга барганда, так что вина русганда, да, папашта пургам, мне там Алмазараш. Нет, говорит, я поэт такой, который я все вижу, через сердце пропускаю. И действительно, оказывается, это Алмазараш Пасатара. Я сам специально поехал, убедился в этом. Когда мы ставим хазер, сизне надо за Бик таланты ансамбль бізді, бізді жерлі бейлі мирас есімді ансамбль бар. Анын жетекшісі де наша дирижер, художественный руководитель Индира Сактеева. И аплодисменты вы встречайте, пожалуйста. Перед вами фольклорный ансамбль «Мирас». Фотографии делаете? Видео не надо. Николь, только фотографии нужно здесь. Теперь первая песня, которая исполнит наш прекрасный, красивый, талантливый ансамбль, шикарный платье, молодцы какие-то. И солист. Первая песня на музыку Рустам Якина, стихи Ахмед Саттара. Кстерле Кустя, солист. Организатор, тоже один из организаторов сегодняшнего, активное участие которой, который и спонсор наш в данном случае, и прекрасный наш певец Рафик Калитов. Солист Рафик Калитов. Сергей Густяк, Ахмед Саттар, Густяк Яхин. Субтитры сделал DimaTorzok.
Бизнесмен, кинчер Романс, Ялбас, Аваш. Неоднократно рассказывал о своей дружбе с Высоцким, который не один раз ночевал в гостеприимного поэта дома. Поэт Булат Акуджава дал высокую оценку творчеству Ахмеда Саттара, который рекомендовал его главному редактору московской газеты «Литературные новости» Янковскому для работы в газете. Сейчас вопрос, разговор зашел о газете. И у него прекрасное сотрудничество, конечно, наши нижегородской, сергачевской редакции «Туган Яг».
А теперь я с удовольствием приглашаю на сцену журналиста, очевидно, редактора, да? Олега Бусеиновича Андержанова. Приходите, пожалуйста. Fikirlerini akkayızı saldı. Mümkün Mustaşım'dan alıp çıksam vakitlerinizden ezerek internetimizi eremi derdim. Şuna göre Ekmet Sattar Nizgartöp'e gelme Silgacaklarına Ekmet Abay Sattar'ın Kuvan Havalı Kuşlu Pujar'da alıp giren cılız verimlerine rekim itip alıgı. Kebirinci yıllardan Gaziz Halkı Vers Tırmışı'nda Ekmet Abay Köbekli'yle eskaldırgan ünlüleri Şekisler bizim olmağına gayız. Alarını yakıta istediğine çocuğun nikahet çaraları bozduğuna göz için Meskut Otarlarına dolu ekberlerinde resmiyle 100 halkı, 100 dili, 100 medeniyeti için can atan hizmet etken şekislerimiz kızlarına karşı berber adlı bizim aradan gidip barışılır. Bizim halkta bir gibreli mekel var. Ülkenlerinin kabirin, ettirilerinin kaderin bir. Nişlemek gerek, Allah'ı tekrarlarından kişilik dünyası şula yaratılıyor. Kimdir güle, kimdir gitti. Ama bizim uğraş, ana dilimizin, halk dilimizin, milli medeniyetimizin sağlar üstürüğe ümürlerin bakışlayan şekillerini unutma. Hem onların isimleri, kalgan izgemelerini gelecek bununla tapşırıp kaldırıyor. Meskut Otarlarımız tarafından uzatılan bugünkü Hetrik İçesi, Nekşul izgemelerden birisi. Elbette Nijgart Bey'in çıkıp gelen Tuganya gazetesi de, Nijgart Otarları Atonomiyası da, Kangrisi de, Tuganya görüşmesi de, hem de dinleyen nezareti de bu ülkede zulmümüşle başkırıp gireyim. Şuna bir misal ettik Tuganyaklar, bugün Kızıl Aktabı rayonumuzdaki Urazava'da büyük çocuklar seçti. Vagabı bilen Hayda Büyükçükler Hegeler bu yolunun ettiriydi. Herifat Ağabey İbrahim Uyuşturgan, Temgemeke Büyükan Tuganyak gazetesi, 30 yılı yakın indi Nijgart Adalarının yıl yazması bulup tıra. Bunu bile ne etmekçi bulan. Belki büyüğün hep çarası sebepçisi Ekmet Ağabey Sattar'ın da isimin mengeleştiği üzerine, anın kilesi yılda 80 yıllık yübileyen Tuganyalı Koçlu Kuşar Kulubu'nda uzduruyu akıp kaygırtığı dürüz bulur idi. Şurada da bunu getirip klubda, yakın klub aldığında, anın üstünde bulduysak, klubka muzeyinde gözükmüşse, bu gemeller merhum Ahmet Akal Sattar'ın ülke ayrıca şart bir derinliği bilem. Herkende anın Tuğan yolundaki muzeyi kim kapan kalıkka ilişkili bulsun için konkret çaralar bilesi gerek. Belki bugünkü de anın icabı tarihinden tüzülge, anın yaktığı isteğine bağışlanan kaçıklarını zuh Bu medeni çağrını Edirgün Ara Festival Kontu statüsünde bir yılda bir takkır ülkeleri turunda da kullanılan durum vardı. Ahmet Ağabey Sattar bilen bir takkır günler çalışırken de anın Çin millet berber hikayene inanır ve mümkün değil. Ul Tatar dilim, Anlar dilim deyip, Tatar halkı, büyük halk deyip, göbürü bu yaşadı, işledi, hem şunu her cilde rastlığa tırıştı. Ülkün kalem bilen krallanı, gül kreşti, gül kreşte buldu. Hem şekillerden gidip de vardı. Allah'a tegeli anın mengelik yurt tutuşmaklardan kılıp ruhun imam bayları bilen yaktıp sinirdi. Ahmet Ağabey köpek ruhlanan şekillerle bizi biz unutmayacak biz. Ettiğim de bir min avul sayıda deputatı bularak bu mesele turunda indi bizim avul başlamaya sözleşkendik. Anın Falyapa Muzey'in eğer bir kulpa küsür alsak bir gaybet olur idi. Anda kalıp kübire görür idi, kübire görünür idi. Anın yüzde tutarak kül çıkanlar gerek. Şu birinci misal her bir turunda ana tuşu gerek bir üstün koysak, minak olsa kılıp için ana tuşu bir türlü bir üstüne müzik uçmağı alan 1% dolandırıp dururlar idi. Şu halkta bir üzümden şandıra alam, ağız sayıda deputatı olarak gidesi deputalar oturuşunda bu meseleyi bitirip çıkarız. Hem şu halkta fikir alışırız diye bilen. Ekmet Ağabey hakikaten de bu Tuganyak'tan bir de üzülmedi. Tuganyak çıkan başlarına belli. Anı yazdırıp aldı, okup vardı. Hem üzerinin faydalı kengençleri her vakit duş altlattı, top gidip üzerinin fikirlerini de, şirketlerini de bildireydi. Açıktan açık o isteği etimindi. Bir turu kişiydi. Şuna göre anın barda anlap da bitemegendir. O mesela oğlum küçük hakkında o Nusra'yı bağlı o yüz dolgununda yaşadı, işledi. Ya, en mükemmel o yüz halkı için yanıp köydü. Şunu bizim zamanında durgatı iştirdi. Tatar, Meskut Tatar'ın şartlarına zor ekmek, şunu çaralar oluşturduğun için, bizden ekmek adını unutmamız için, gelecekte benim fikirle kulaksal sağız, bir gelip işlesek, biz de olur idik. Halif'ten bir kadar Tugan'ya bilir, bizim buluştuğun sizge şandıra, halkta reklaması, organizasyon meseleleri, rekmek, kibarlar için.